Ученые приоритетного направления «Эко-нефть» Казанского федерального университета протестировали новый вид катализаторов для нефтегазовой промышленности. Новейшие технологии позволят повысить качество переработки тяжелой нефти на месте. Этот метод заключается в том, что мы разрабатываем определение каталитических систем, так называемый нефтерастворимый катализатор, который снижает расход пресной воды на превращение в пар и на это первый очередь. Второй, этот каталитический систем сможет улучшать качество нефти, снижать его вязкость на месте внутри пластовых условий и таким образом облегчает его транспортировку и дальнейшую его переработку. В настоящее время добыча легкой сырой нефти становится все сложнее, и на ее смену приходит тяжелая нефть. Она плотная, высоковязкая, и это создает проблему в ее извлечении. Для того, чтобы снизить ее вязкость, нефть необходимо нагреть. Ученые КФУ рассмотрели каталитические свойства и возможный механизм новых катализаторов для нефтяных месторождений Татарстана при паротепловом воздействии. В первую очередь, то есть мы выложим основные высоковязких нефти или природный битум. Моделируем здесь различные параметры, в том числе температура, давление. Используем различные ряд, как мы видим, катализаторы, нефтерастворимые катализаторы. В общем, они барашкообразного вида. Для облегчения их использования в дальнейшем, то есть из-за качать их внутри бласта, мы их сначала растворяем. Разве они нефтерастворимые катализаторы, растворим их в определении растворителей для облегчения их, то есть закачки внутри бласта. Нефть до и после облагораживания, то есть проводим различные сравнительные анализы для оценки их качества, оценки влияния именно катализаторов, используемых катализаторов. По словам ученых, применение данных катализаторов приводит к улучшению качества нефти, а это является благоприятным фактором для высокой эффективности разработки тяжелых запасов. Сначала, то есть в первую очередь, это лабораторное моделирование, то есть оптимизируем и моделируем именно пластовые условия, температура, давление, оцениваем тоже их способность на улучшение качества, то есть облагораживаемой нефти. Далее, то есть сможем их масштабировать. У нас есть тоже технологический центр, который мы сможем масштабировать именно процесс, моделируем его, то есть в большом количестве. Далее мы сможем уже рассчитать их экономический эффект и с возможностью их дальнейшего, то есть использовать ее именно уже на ряд добычи. Подробности научной работы были опубликованы в журнале Fuel. Диана Желенгова, Александр Малышев, Универньюз.